Ребята, всем привет! Ну, было много вопросов по поводу электричества. И сегодня я бы хотел показать то, что я сделал 3 года назад. И поэтому вопрос электричества меня вообще не волнует. Вот как мы видим на крыше, вот это у нас солнечные батареи. Солнечные батареи, один модуль это вот считается, один квадратик, 250 ватт. У меня сделано на 8 киловатт на этой крыше и тут. Профиля обязательно, ну как всегда, как и под аквариум, я делаю или нержавейка, или алюминий. Все спросят, конечно же, а сколько вообще это стоит? Ну, раньше были еврофонды, раньше что-то помогали, то есть, ну я делал сам, без помощи. Ну, по поводу цены я даже уже не помню, ни в этом суть, ни в этом смысл. Даже сейчас, вот когда мы видим, что снега довольно много на крыше, плюс погода такая, ну, просто туманная, солнца нет, вообще уже месяца два солнца нет. Солнечная батарея все равно вырабатывает электричество. Я сделал такую систему, я официально все зарегистрировал, поставил инвертор. Инвертор это вот такой ящичек. Сейчас приближу, покажу. То есть, получается, электричество поступает в инвертор и отдается в сеть. Ночью и вечером, когда солнца нет, когда света нет даже, можно сказать, ультравиолет, я это электричество забираю. Ну, чтобы проще привести пример. Раньше дом стоил в электричестве 100 евро в месяц я платил. Сейчас я плачу 10-15 евро. Плюс 2 аквариума у меня стоят. Сейчас будет большой аквариум. Ну, большой аквариум я буду регулировать так, чтобы как можно больше система, там у меня фильтрация одна дополнительная, она будет работать с ночью. Она мощная, там киловатт. Это будет у нас работать как дополнительно ультравиолет, некоторые включают постоянно, у меня будет одна постоянно, одна дополнительно, это будет работать днем, чтобы электричество тратилось, как говорится, не в сеть отдавалось, а шло точно по направлению, куда надо. Был вопрос еще, ребят говорят мне, а как насчет листьев? Ну, листьев у нас, как мы видим, у нас вообще тут деревьев нет, у нас, ну, сделано так, район, нет деревьев. С листьями проблем нет. По поводу пыли. Батареи поставлены с той стороны, где машина практически не ездит. Плюс асфальт, лес вокруг, в середине частный сектор. Этот вопрос тоже отпадает. И идеально еще, почему я поставил, это по поводу солнца. Как мы видим, вот солнце у нас встает рано-рано утром, солнышко. И солнце пошло наверх. Подвиг получается, у нас солнышко и садится вон там далеко-далеко за горизонтом. Вообще просто все идеально. Некоторые ставят, и там у них солнышко буквально 2-3 часа. То есть один там парень молодой меня спрашивал, а может я могу поставить не только в доме? Да, скажу честно, видел, ставит без так называемого инвертора. Ставит батарею, потому что на эту тему солнечные батареи, если вы наберете на ютубе или где-либо в поисковике, вы найдете огромное количество информации. Люди ставят и в квартирах, я видел даже на 3-м, на 4-м, на 9-м этаже, ставят маленькие батареи, не обязательно такие большие модули, ставят солнечные там генераторы и тому подобное. Ну, у меня вот стоит то, я хотел вам показать, потому что про электричество я не заморачиваюсь, и поэтому почему многие спрашивают, а как так, вы не считаете, сколько будет стоить? Ну, вот в этом плане, почему я не считаю, потому что у меня было 3 года назад изначально продумано, ну, не под аквариум, конечно, вообще было изначально продумано, что можно сэкономить что-то со временем. Ну, много людей, которые будут сейчас говорить, ой, какие солнечные батареи, никогда в жизни их не оправдаешь. Ну, каждого свое мнение, я поставил, у меня был вариант сделать хорошие батареи по хорошим ценам. Практически я заплатил только за работу. Ну, тогда были такие возможности, сейчас этих возможностей нет. Я очень рад, что поставил. Еще раз всем спасибо, что смотрите, поддерживаете. Всем пока!